короче, тут проект один запускают, исторический, про Ломоносов. Ломоносов, интересно. Премьера. Начали. Крепит отечество любовь. Ну какой он Ломоносов, а? Скажи мне. Антон Богданов в роли Егора Белова. И Павел Деревянко в роли Павла Деревянко. Давайте познакомимся. Единственный сериал на российском телевидении, где актер играет самого себя. Деревянко Павел Юрьевич. Неожиданно ты, конечно. Чтобы понять образ Ломоносова, Let's go, party starter. Настоящему артисту нужно побывать. Сейчас будет дубль. Ты должен быть здесь. На родине Ломоносова. Вот скажи мне, как мужик мужику, ты дебил? Ну, знаете, это не совсем корректный вопрос. Как Деревянко Ломоносова играл с 26 февраля в 19:30. Мы в раю лучше. На СТС.